Всем привет, дорогие друзья, с вами снова Эдисон, добро пожаловать в новую серию нашего шестого сезона с модом Пиксельмон. И что мы будем делать в этом сезоне? Я нечаянно выкинул кирочку, и мы находимся там, где мы остановились в предыдущей серии, то есть в зимнем биоме. Шейдеры ночью не хочу включать, потому что и так ни черта не видно. Если еще включим шейдеры, то вообще нифига не будет видно. Так, у меня опять слетели настройки. Настройки, вы какие-то глючные, то ли мне кажется, то ли я не знаю. Next party slot, previous party slot. Вот так. Я не знаю, почему они слетают каждые пару... Да как, почему каждые пару? Они слетают, можно сказать, каждую серию. Хотя, может, я перезахожу в какую-то другую... Хрен его знает, честно, ребята. Я не могу сказать, но почему-то они слетают. И я не могу кидать покемонов. Покемоны, вы send out покемон. Где оно send out покемон? Вот, send out покемон. Вот он. А еще какая-то буква... Ага, ну это все нормально, да? Вот так, да, замечательно. Ну что, ребята, наш Ивангай вот у нас тут находится, которого сейчас замочили, и мы будем убегать. Мы будем убегать, я не буду использовать покехил, потому что я говорил, когда я его буду использовать. Тогда, когда мы находимся очень далеко от нашего дома, и не нужно возвращаться домой, чтобы вылечить... И нужно возвращаться домой, чтобы вылечить покемона, потому что мы находимся очень далеко. А если возле нас, вот так, как сейчас находится какой-то покецентр, то мне... Так, сейчас дайте-ка я еще... А если возле нас находится какой-то покецентр, то почему бы не побежать и не вылечить покемонов, да? Так, дайте-ка я еще погромче тут сделаю. Майн. Вот так, что ли? Ну, в принципе, мне кажется, вот так. Да, вроде нормально. Вроде нормально. Ладно, давайте отсюда будем выбираться. Я не знаю, честное слово, ребята, может... Ух, 47 уровень. Может нам вот тут немного прокачаться? Нам бы, если честно, нужно бы словить еще каких-то покемонов. Но смотрите, в предыдущей серии мы словили двух покемонов. Это нормально. За одну серию мы словили двух покемонов. Это даже очень круто. Так, там что-то выпало. Это можно поднять вот так. Знаете, почему я сейчас тут нахожусь? Потому что в зимнем биоме... Как по правилу, всегда находится очень много боссов. То есть даже в том же предыдущем сезоне... Ух ты, офигеть. Да ты что, издеваешься? Даже в том же... Да не будем мы сейчас, хотя давайте. Даже в том же предыдущем сезоне мы самую больше покемонов вроде находили в зимнем биоме, если я правильно помню. То есть в зимнем биоме их даже будет очень просто найти, потому что... Ну, как бы, зимний биом, тут нету лесов таких огромных, и тут даже если ты летаешь... А, точно, мы же летать можем, я что-то туплю. Вот так. И, по сути, так еще проще будет находить покемонов. Так, смотрите, мы будем летать на одном покемоне Пиплоп. Еще там Пиплоп. Ага, я не могу почему-то кинуть. Смотрите, я понимаю, почему я не могу кинуть, потому что он бьется, смотрите, какой он глючный, он бьется об башку Ноктавла и поэтому не может кинуть. Вот это хреново, конечно. Давайте полетаем, да, о, точно, знаете что, мы же не только будем летать. А где точка находится? А, так, а я что, удалил точку? Да нет, вот она. А почему три? Я как-то не могу понять, почему три? Зимний биом. 4, нет? Да, 4. Я не знаю, почему оно 3 поставилось. Там эмполион, куча эмполионов. Мне кажется, будет круто, если мы полетаем, потому что мы можем найти какие-то покеболы, которые будут на земле. Ребята, вы кричите, если вы увидите покебол, вы прям орите, потому что я, конечно же, могу пропустить, я не могу разорваться и смотреть во все стороны, а вы можете. Если один не посмотрит, то другой посмотрит. А у меня не 10 глаз, поэтому я смогу смотреть только в одну сторону. Так, Ноктал, ты немного глючный, то ли мне кажется. Смотри, какими он рывками летает. Это мне не очень так нравится. О, камушек. Это кто? Сфил.
Фил, Филипп, а я не знаю, будем ли мы его ловить. Может, когда-то будем, но сейчас, даже если бы мы захотели, мы его бы не смогли словить, потому что просто-напросто у нас нету болов. У нас только есть даскболы, а даскболы позволяют ловить покемонов только ночью. Это что за фиготень? Это алтарь Артикуно. Пятая серия, мы нашли алтарь Артикуно. А что самое главное, я даже не понял, что это такое. А почему я не понял? Потому что в предыдущей версии он же не так выглядел, как сейчас. Он, алтарь Артикуно, был как будто какая-то такая... как будто какой-то киоск, да? Заходишь в киоск, посередине стоит алтарь, выходишь с киоска. И был какой-то такой купол, да, вот, как купол был. А сейчас... Смотрите, а сейчас вот я даже не понял, как он выглядит. Офигеть! Ребята, вы в курсе, что Артикуно может быть нашей первой легендой, но... Может быть, то может быть, но, во-первых, нам нужно найти орб. Это-то... Нет, это не босс. Во-первых, нам нужно найти орб. Во-вторых, нам нужно его прокачать. Точнее, во-вторых, нужно засунуть туда частиц, вот это, водный камень. Ну, в принципе, водный камень не так уж и тяжело добывается. Водный камень нужно туда засунуть. Потом прокачать его. Прокачать это не так уж и сложно. Давайте это удалим вот сюда. Зимний биом. А там можно цвет выбирать. А прокачать его не так уж сложно, там нужно убить около 200 покемонов или сколько, поэтому мы можем просто-напросто идти фигачить всех покемонов подряд и в принципе все. Но заспавнить то мы его сможем заспавнить, если мы вот эти все предыдущие пункты выполним. Но в чем проблема? Я не верю то, что в этой серии, в этом сезоне нам хоть раз выпадет мастербол. Я не верю, честное слово, я не верю, ребята, потому что это, ну, нереально. Ну, хотя мы как-то в первых сезонах справлялись в этом, но сейчас у меня какая-то надежда потерялась по поводу мастерболов. То есть я не знаю, сможем ли мы их вообще выбить. О, точно, дайте я скрин сделаю алтаря. Я не знаю, сможем ли мы их выбить, ребята, это очень сложно будет, потому что боссов мы не находим. В этой версии мастербол из боссов выпадает намного реже, чем в первых версиях в первом сезоне. Поэтому вряд ли мы сможем найти. Ну, попробуем, ребята. Алтарик. Если мы все вот эти пункты выполним, которые я только что сказал, то Артикуно может быть нашей первой легендой. А какая цель в этом сезоне? Какая цель в этом сезоне? Не такие, как в предыдущем сезоне. То есть словить... Всех покемонов, которые существуют в этом моде, и заполнить покедекс на 100%. Нет. Потому что в предыдущих сезонах у нас был покерадар, и с покерадаром это было, ну, в какой-то степени просто. Может, я не знаю, честно. В предыдущих сезонах в какой-то степени это было просто, потому что с покерадаром мы могли находить любого покемона, мы могли вписывать, какого покемона нам нужно, и просто ждать, пока он заспавнится. И так заполнить 100%. В этом сезоне не получится, потому что в этом сезоне просто-напросто нету покерадара. А что мы делали в первых сезонах, когда покерадара в принципе не существовало? Что мы делали в предыдущих сезонах? Так, сейчас, секундочку. В предыдущих сезонах мы ставили себе цель, то есть словить, допустим, 50 покемонов, найти и словить одну-две легенды, ну и может найти и словить там 5 шайни, допустим. То в этом сезоне, мне кажется, мы так и сделаем. Я просто внимательно смотрю, знаете, чтобы не пропустить болы на земле. Потому что вдруг даже с этого бола нам выпадет мастербол. И поэтому мы уже сможем словить хотя бы одну легенду. И поэтому, ребята, в этом сезоне какая у нас будет цель? В этом сезоне у нас будет цель словить 100 разных покемонов. Ну, естественно, их прокачать. Если словить, то значит и прокачать их до какого-то определенного уровня. Или, в принципе, напросто прокачать
до максимальной эволюции, да, то есть там до 30-40 уровня, если мы словим там, например, Ларвесту, то, конечно, до 60-го, если Дратини, то там тоже где-то до такого 55-60-го. Поэтому, ребята, это тоже нужно смотреть. И также, наверное, постараемся хотя бы найти и словить 2-3 шайни покемона. О, бол. 2-3 шайни покемона, если это у нас, конечно, получится. Ну, и словить, найти или заспавнить две легенды. И также словить вот эти две легенды. И когда это мы сделаем, то можно сказать с уверенностью, то, что мы можем заканчивать этот сезон, потому что свою цель в этом сезоне мы выполнили. Но сначала это, конечно, нужно сделать. Если 100 покемонов, мы можем, в принципе, запросто словить. Потому что 100 покемонов, мы можем пойти на какую-то охоту, за одну охоту словить там 20-30 покемонов. И все, да, то есть одну цель мы выполнили. Поэтому я даже пока что не знаю, будет ли у нас цель словить 100 разных покемонов, или будет у нас цель словить 150 разных покемонов. Я потом еще посмотрю. Но 100% будет цель то, что нужно словить несколько шайни, и нужно словить одну или две легенды. Опа, покецентр. С легендами я не уверен, даже если мы найдем мастербол, если мы найдем орби, вот это все сделаем, как я раньше говорил, то первая легенда у нас и так будет Артикуно, потому что вряд ли мне кажется, что мы сможем еще какую-то легенду найти. Поэтому первая легенда у нас будет, наверное, Артикуно. А вторая легенда... Я не знаю, кто... Ну, если не заспавнится Мью, если никто другой не заспавнится, если не заспавнится ни Суйкун, ни Райкоу, ни вот эти паскуды, которые троллили нас в предыдущем сезоне, и которые спавнились иногда даже по 2-3 штуки за одну нафиг серию, если в этом сезоне они спавниться не будут, то вторая легенда, наверное, будет то ли Забдус, то ли Молтрес. Опа, нифига себе. Зависимо от того... какой второй алтарь мы сможем найти. А вот это я не ожидал увидеть. А знаете, почему я не ожидал увидеть? Потому что я это даже не искал. А это круто. Это... Там еще и тайга. Смотрите, нужно вейпоинты ставить, потому что карта у нас небольшая, мы не можем открыть полностью карту, посмотреть на территорию, где мы уже были, запомнить координаты, написать координаты и просто-напросто туда тпхнуться, как это мы делали в предыдущем сезоне. Мы это не сможем сделать, потому что глобальной карты у нас нету, нам нужно ставить waypoint. Это Spikes. Spikes, вот. Spikes — это типа шипы вот эти, да? А вот это даже круто вот так выглядит сейчас. Во. А какие тут покемоны есть, которых... можно бы словить. Тут спавнится единственный покемон, который нам нужен, потому что все остальные покемоны могут заспавниться в других биомах. Тут спавнится Крайогонал. Он спавнится только тут. Он выглядит как снежинка, кто не знает. Поэтому, если мы даже сюда будем возвращаться, то только за Крайогоналом. Я не знаю, стоит ли нам сюда лететь, что мы тут сможем найти. Мне кажется, лучше все-таки побыть вот еще в зимнем биоме, потому что в зимнем биоме само просто найти покеболы, которые валяются на земле. Мы в предыдущей серии вроде нашли 2-3 штучки, и в принципе в этой серии мы уже нашли сколько? А там тоже какой-то биом есть или что это? И в этой серии мы уже одну штучку нашли. Одну в этой серии, да, в этой серии мы одну штучку нашли. Поэтому, мне кажется, тут самое просто вот так найти вот эти покеболы. Также мне советовали скрафтить item finder, да, то есть, чтобы можно было вообще смотреть и пытаться найти спрятанные покеболы, да. То есть, если вот эти покеболы, которые мы находим, они просто-напросто так на земле валяются, да, и ты можешь подойти и забрать их, да. Так. Так, да как он меня убил, так... Может, у него скорости больше. Ну, вот, вашу нафиг. Вот сейчас нам нужно вылечиться, потому что домой мы тпхаться не будем и потом возвращаться, да? Вот, сейчас мы его убили. Почему мы в предыдущей... Опа, на тебе снежок. Мне кажется, он нас убьет. Ноктавл.
Ну, конечно, 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 конечно. Да, я прекрасно понимаю. Мне говорили, чтобы... Что за богатня? Вы видели торты залагала нафиг? Мне говорили, чтобы я Пиплопа назвал Фроста, да? То есть, мне кажется, это классная идея, потому что Фроста... Ну, в принципе, Фроста, можно сказать, да? То есть, холод и вот это все. Пиплоп как раз это такой зимний покемон, да? Какой он там? Ну, в принципе, да. Поэтому, мне кажется, это будет отличная идея, если мы Пиплопа назовем Фроста. А Ноктавла, я не знаю, кто у нас ассоциируется с Ноктавлом? С летсплейщиков. Если не знаете, с предыдущей серии мы начали называть покемонов в честь летсплейщиков, да? Первый покемон это у нас Ивангай Тортера. Второй покемон Ноктавл. Кто у нас ассоциируется с Ноктавлом? Мне кажется, Филиппин. Потому что у Филиппина вроде фишка это сова, да, то есть что-то в этом роде. А Ноктаун как раз смахивает на сову. Мне кажется, мы, наверное, сову назовем Филиппином. А Пиплопа мы назовем Фростой, потому что Фроста тоже ассоциируется с таким зимним покемоном, то есть Фроста, да. Мне кажется, мы так и сделаем. Потом посмотрим. Но пока что мы сейчас продолжаем искать болы спрятанные. Это единственный выход, если честно, в этом сезоне. Это единственный выход. Также, конечно, мы сейчас стараемся найти боссов, но, знаете, это как-то не от нас зависит. То есть, если в предыдущем сезоне они спавнились, и мы их запросто могли увидеть на карте, да, что вот, мол, там находится босс. То в этом сезоне так, конечно, не получится, и нам нужно самому искать. Ух ты, вашу, я не хотел на тебя нападать. То в этом сезоне нам нужно, ну, чтобы нам повезло по поводу босса. Потому что, помните, во второй серии мы все-таки нашли Шайниш, какой Шайни, босса Вульпикса, да, красного. Но, к сожалению, нас убил, потому что тогда наша Тортера еще была Гротлом, и... Земляной покемон против огненного покемона, конечно, Вульпикс нас убил, и, в принципе, у нас не было ни малейшего шанса как-то убить вот этого босса. Но, опа, 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 Fire Blast, ну, нормально. Что можно выкинуть? Кнопочки можно выкинуть. Замечательно. Так, давайте полетели дальше. Знаете, что я не замечаю? Я не замечаю вот эти... А вы помните, в предыдущих версиях были не только спрятанные болы, а были вот большие деревья, и ты мог залезть внутрь этого дерева, и в этом дереве был такой бол, да, то есть было такое огромное, такое массивное дерево, и светилось оно изнутри. И что ты его, в принципе, с большого расстояния видел, ты мог просто-напросто туда подойти, залететь внутрь этого дерева, и внутри этого дерева всегда был спрятан какой-то покебол. И не обычный, как покебол, а был спрятан ультрабол, или был спрятан мастербол, да. Ну, в смысле, не сам мастербол был спрятан, а формочка мастербола, ты нажимал, и с этого мастербола могли выпасть какие-то вещи. Поэтому я не знаю. Честное слово, ребята, я не знаю, что мы будем делать с боссами, честно. Будем надеяться, что когда-то да, они заспавнятся. Хотя в какой-то степени это может даже лучше. Потому что смотрите, как у нас было в предыдущем сезоне. Что мы делали в предыдущем сезоне? Заспавнился босс, мы увидели на карте, ты пехнулись к нему. Заспавнился Шайни, мы увидели его на карте, ты пехнулись к нему. Заспавнился еще кто-то, нужен нам покемон, мы увидели его на карте, ты пехнулись к нему. И все. То ли я глухой, то ли я не слышу дождь. Вот сейчас слышу. А в этой серии, в принципе, не в этой серии, а в этой версии, в этом сезоне, это можно сказать даже какой-то хардкор. Потому что даже если где-то заспавнится Шайни, какой-то даже очень редкий шайни покемон. Да, даже не тот, что шайни покемон, а даже просто редкий покемон или заспавнится где-то босс, то мы не можем просто-напросто посмотреть на карту. Ага, вот где он находится. Пум, взяли и ты пехнулись к нему, убили, забрали шмотки, полетели, да? Неа. Нужно его будет находить или просто, если нам очень повезет, его встретить, да? Так, тут никого нету. Никого. Хотя в какой-то степени это даже не просто, потому что есть такие покемоны, которые есть такие боссы, которые заметны издалека, да? Например, если будет какой-то красненький босс, то его будет, ну, просто заметить, да?
Если будет синий, то сложнее, но все же реально. Если будет зеленый, то тоже более-менее так просто его заметить. А если будет там желтый самый лучший босс, или будет там еще какой-то, то вряд ли мы его заметим, потому что это очень сложно. Ну, будем надеяться. Мы, наверное, уже будем отсюда уходить. Я просто залетел в лес, чтобы посмотреть, нету ли вот тех деревьев, о котором я только что сказал, да, что, мол, они светятся, можно внутрь этого дерева залезть, и попытаться выбить что-то с бола, который там спрятан. Очень такой огромный зимний биом, я, если честно, даже не ожидал то, что мы его сможем найти, но мы его нашли. Но пока что я не знаю, есть ли смысл. То есть мы словили пиплопа, это очень круто, потому что пиплоп — это, можно сказать, даже редкий покемон. В предыдущем сезоне мы словили пиплопа где-то посередине сезона. Хоть мы и нашли зимний биом очень быстро, там, может, я как-то не хотел его ловить или что. Но сейчас мы его словили, это очень круто. Еще один алтарь, или это... Да, это еще один алтарь, нифига себе. Я бы обрадовался. Хотя зачем я бы обрадовался, один алтарь нам вот так хватит. Хоть там еще сейчас 30 алтарей будет, в принципе, они нам не пригодятся, потому что я сейчас даже не знаю, что с первым алтарем делать. Потому что еще один алтарь. Зачем я сказал, даже если 30 алтарей будет, то я не буду знать, что с ними делать. Вот видите, я только что сказал, и сразу поперли вот эти алтари, сейчас в каждом шагу они будут спавниться. Будут спавниться. Ладно, знаете что, давайте мы уже топаем отсюда. Ой, хоум, я так, знаете, пишу, как будто я на сервере где-то. Это что? Это мы где? Это я вообще где? Так, давайте, хотя нет, давайте я просто-напросто пойду домой и посплю. Вот так. И поспим. Фух, круто. Немного полетали. В этой серии все, что мы сделали, это нашли алтарь. Но может это и прикольно. Алтарь, в принципе, может когда-то понадобиться. Я не уверен. Так, ладно. Как-то это все тихо, вам не кажется? Фиг его знает. Так, тут ничего не выросло, вряд ли там что-то выросло. Какой нам биом нужен найти? Нам, если честно, очень бы пригодился какой-то зимний биом. Смотрите, туда мы летали. Вот туда мы тоже летали. Вот тут мы находимся. Сейчас, может, в какую-то другую сторону нам полететь. Это дом, да? То есть это дом. Это что? Это равнина, да? А там что еще есть? Зимний и спайкс. Ну, понятно. А кого, ребята, мы хотим словить вторым покемоном? Летающий у нас уже есть, мне кажется, нужно словить огненного покемона. А огненный покемон... А смотрите, давайте-ка мы тпхнемся сюда к Спайкс. И я где-то тут видел... Давайте мы, знаете, где закончим серию, в принципе... А хотя... Вот тут вроде есть горы. Ну, горы-то одно, я просто, знаете, так думаю. Даже если мы сейчас Чармандера найдем или еще кого-то, то мы и так его не сможем словить. Вот это нам нужно забрать. Это нам нужно забрать. Так, сейчас это можно выкинуть. Это нам нужно забрать, потому что с этого вроде делаются квикболы, да? Даже если сейчас мы найдем... Чимчара или Чармандера, мы и так его не сможем словить. Ну, хотя бы было бы круто, если бы мы просто горы нашли и просто-напросто вот там остановились. Хотя, даже если мы в этой серии этого не найдем, то тогда найдем в следующих сериях. Не, ребят, это не Бол, не смотрите, это Волторб. Потому что многие могут сказать, там, Эдисон, ух, ты там пропустил Бол, который там валялся на земле. Это не Бол, это Волторб. Я тоже иногда путаюсь, если честно, то есть они так... одинаково можно, похоже выглядит. Я, если честно, сам иногда путаюсь. Но я уже понял, что Бол, который находится на земле, он такой более более такой красный, да, более такой темный. А Волторб, он такой более светленький. Я прям как расист какой-то. Более темный, более светленький. Но нет. Опять мы нашли вот этот я не знаю, подделку покецентра, потому что тут ничего нету. Лечилочка, бесполезный сундук и все. Ну, это сделали для людей, которые не хотят... О, вот горы.
это сделано для людей, которые просто-напросто не хотят что-то строить, да, просто хотят жить в Пуке-центре, так как сейчас мы это делаем. О! Вот-вот-вот-вот-вот-вот-вот, я чуть не пролетел, я чуть не пропустил. Black Bell. Нифига себе, первая шапочка! Первая шапочка! Чтобы выкинуть. Вот. Я бы был рад, если бы выпал. Прикиньте, если бы выпал. XP Share. Я бы, честное слово, ребята, я бы просто охренел, если бы нам выпал XP Share. Я бы охренел, если бы нам выпало. Потому что это, ну прям уже было бы, ну нереально, честное слово. А то, кстати, Extreme Hills есть, да? Это, мне кажется, Extreme Hills. Прикиньте, сейчас Энтей заспанится. Вот я ржать буду. Я так ржать буду, что вы себе не представляете, если сейчас Энтей заспанится. Это будет чересчур. Это будет чересчур, поэтому лучше даже не надо. Чимчар. Ну, вот я, ребята, видите, как я говорил. Может, мы и найдем Чимчара, но мы его не сможем словить. Netball, Duskball, Hillball, Loveball. Чимчар, мы тебя очень любим. И поэтому я тебе дарю Loveball. И ты, паскуда, его не принимаешь. Эти бесполезные болы против Чимчара. Тут нужно то ли ультраболом, то ли квикболом его ловить. То ли я не знаю. Ну, даскболом сейчас нету ни малейшего смысла его ловить. Разве что просто-просто подождать до ночи. А давайте мы, может, ночи подождем. А давайте мы, может, ночи подождем. А ну, давайте. Ну что, ха-ха-ха-ха-ха, мой коварный план. Я надеюсь, сейчас сработает. Я уже 10 минут сижу, жду, пока ночь наступит. Так, давай, давай, пожалуйста, Чимчар. Не будь паскудой, у нас осталось 3 даскбола. Пожалуйста, Чимчарчик. Что-то мне подсказывает, что мой коварный план не сработает. Зря я, наверное, сидел и 10 минут ждал, пока ночь наступит. Пара-па-пам! Мы словили Чимчара с помощью моего коварного плана, ребята. Вот действительно, был ночь, мы вступили в бой с Чимчаром, подождали... был день, мы вступили в бой с Чимчаром, подождали, пока наступит ночь, словили Чимчара. Новый покемон! Кто у нас будет Чимчар с летсплейщиков? Не знаю, пока что не знаю. Ребят, предлагайте, кто... имя какого-то летсплейщика, кто станет Чимчаром. Ноктау будет Филиппином, мне так кажется. Пипла будет Фростой. Но Чимчар... Кто с огнем ассоциируется? Я не знаю. Может, такого и нету. Фиг его знает, честно, ребят. Пока что не знаю. Давайте, в принципе, я не знаю, будем тут заканчивать. Будем тут заканчивать или... Или Фейри. Будем тут заканчивать или все-таки уйдем домой и потом вернемся сюда? Я не знаю, честное слово. Зубат? Не знаю. Давайте, в принципе, тут закончим. Ребята, ставьте лайки, набираем 800 лайков, сразу же выходит новый... А это кто там? Это новый какой-то покемон. Я болт чуть не пропустил. Я чуть болт не пропустил. Пупитара. Пупитар, Снорлакс, я чуть бол не пропустил, вот ты нафиг. Ладно, ребята, набираем 800 лайков, сразу же выходит новая серия в ту же секунду. Оставляйте свои комментарии, мне нравится, когда много комментариев, я стараюсь читать каждый из них и также постараюсь ответить тоже на каждый из них. Поэтому, ребята, оставляйте свои комментарии, подписывайтесь на мой канал, вступайте в нашу банду крутых персов. Все, что вас требуется, просто на меня подписаться, буду этому очень рад, если вы подпишетесь. Всем спасибо за просмотр, всем удачи, всем пока.